Привет, мы в магазине строительном, который называется Оби. Я хочу посмотреть и купить душ. Посмотрим, как здесь. Я думаю, что в России тоже такие магазины есть хорошие. Тут душевые кабины продаются. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть из того, что надо мне. Мне нужен вот такой душик. Но я бы хотела, наверное, чтобы было две поливалки. Я не знаю, как это по-русски называется. Головки душа, чтобы было на шлангах. Вот из одинарных, вот этот черненький хороший. Вот это черное, которое как звездочки расходятся, как цветочек. Вот он неплохой. Я хочу двойной. Сейчас посмотрим, что у нас есть двойное. Вот это белое неплохое, конечно, за 184 евро, но если бы он не был белым, мне цвет не нравится. Ну, это где-то так. Да. Это выбор у них маленький, третий сорт не брак. Я даже расстроилась. Ага, здесь двойные. Я уже собралась в Баухаус идти. Здесь хорошие двойные. А что они такие дешевые? Это игрушечные цены на них. Тут прямоугольный классный. Сколько он стоит? 150 евро, нормально. Хороший вкус. А он одиночный? Нет, двойной. Вот этот тоже хороший. Металлический. Вот. Ага. А здесь насадки. Красиво. Ну ладно. Я покажу моему другу, что сегодня сняла, а потом мы купим.